Итак, всем привет, ребята. Продолжаем нашу игру Deadlight. Итак, у нас договор с Раисом. Ну что же. Итак, мы снова возродились. На этой карте у нас так куча всего. И нам нужно сюда. Хорошо. Ну, когда вы проснулись, все, что я вам обещал, всегда говорил, нужно идти... Ага, это мы на каком... Понял. Так, сначала подходим всегда к кладовщику и забираем все, что у него есть. Точно так же идем в магазин и покупаем все, что они продают там, например. Например, великолепный сюрикен. Например, аптечка. Это все нам нужно всегда. Так, марля, аэрозоль. Так, ну, марля тоже можно покупать. Чертеж, ключ Бенджамина, 800, тоже можно покупать. Это всегда нам все может пригодиться. Так, что же нам тут продавать? Ничего вроде такого нет. Хорошо. Так. Здесь еще есть один, конечно, продавец, но это на верхнем этаже. Тоже можно у него и сюрикен. Советую вам не пожалеть вот это вот немножечко времени, буквально одну минуту, чтобы подняться на второй этаж, если вы в башне начинаете, и зайти в магазин, и, естественно, купить у него сюрикены там, потому что они всегда пригодятся вам. Так, ну, давай резче, загружайся. Хорошо. Так, где, вот он, видите, сразу от лифта совсем рядышком. Итак, аптечка, покупаем все. Взрывпакеты, не знаю, надо и не надо. Ну, вот как мы видим, у него нету сюрикену. Это, конечно, плохо, но ничего не поделаешь. Тяжелый топор. Ладно, возвращаемся назад. И у нас есть еще один. Есть еще один у нас на улице кладовщик, там где зона слева от башни, когда вы выходите, да, на улицу. Советую тоже сразу к нему заходить. Естественно, забирать. Так. Мы спустились. Отлично, фонарик. Включайте буквы Т. Побежали. Кстати, что у нас там в инвентаре? Крикет набита, простой молот. Зачем он нам нужен был? Был. Ну ладно. Ну и ладно. Так, вот выходим и сразу налево. У нас утро, по-моему. Видите, сразу забираем это. Крикетная бита у нас, она модернизированная, с электрошокером. Так, по дороге не забывайте. Окей. Опа. Можете зомбаков помочить, пока бегаете. Да, это... Потому что там у Раиса будет, по-моему, первое задание легкое, но дальше, когда там второй раз вы придете. Вот, видите, мы забираем... Бесплатно у кладовщиков все вот это. Так, и здесь вот есть у нас спальный мешочек. Да, а сумочки, как я вижу, нету, да? Ну ладно. Итак, у нас договор с Раисом. Ну что ж, бежим мы прям сюда. Ладно, побежали. Прям туда. Можете, естественно. Да, кстати, мы выучили, по-моему, новое вот это вот. Бабац. Вот. О, видите, мы выучили вот эту клевую штуку. Не нужно портить оружие. Сбиваете с ног противника и английская буква Е на клавиатуре. Либо русская У, как вам будет удобно. Вот так вот ножками мочите. Подходим. Опа! Пинковки.
Видите, ногой, как мы тупо добиваем их. Насколько... Настолько просто, да? Хорошее вот это умение, почему я говорю, что всегда нужно зомбаков немножко мочить. Вот буквоей все, и вы его тупо довалили. И не нужно использовать при этом, если, конечно, зомби один там или два находится рядышком. Не нужно использовать вам оружие. Да и не всегда оружие бывает так, что с первого раза могут завалить. Били с ног, опять, опа, и добили. Круто, очень хорошее умение, очень хорошее, полезное. Много бывает так спасает, когда вы там с тяжелого оружия, например, какая-то арматура была, вы влупили его, да, а потом вы тупо встали и добили. Вот видите, что я сделал, раз, цех, и добил его, и все. Даже оружие не применяю при этом сейчас. О, а вот сейчас нам нужны сюрикенчики. Ба-ба! Да, хороший, конечно, этот чувачело. А где ж ты взялся, а? Добить? О, добили. Да, падай уже. Где этот чувачело? Я же его хочу. Я-то ведь хочу. А я хочу того чувачела забрать у него арматуры, шмат. Классная крикетная битва. Где он? Ничего не понимаю. Куда он исчез, этот чувачело? Надо его сюрикенчиками завалить и забрать у него арматурчик. О. А, вот он появился. Чувачело. Своих же глушит. Нормально. Видите, как подошел по-быстрому. Во, забрал я эту арматуру. Классная штука, но с одного удара, естественно, вы теряете всю силу сразу. Поэтому будьте внимательны. О, кто-то там пытался ко мне зайти. Видите, какая клевая штука, выучили меня, а? Так, здесь, кстати, очень много, в этих домиках очень-очень много у нас. Ну, залазь давай. Очень много всего полезного. Ну, мы же-то хотим к Раису идти. Миссия Раис. Хочется ж пособирать вот это все, потому что оно в будущем все пригодится нам. Не понял, сюда кто-то зашел или что? Не зашел. Так, пособираем. Съедобные фрукты. Не будем тратиться на аптечку. Тоже хорошая штучка. Иногда, когда вот так вот покусали вас. Кусаки покусали. А вы потом покушали чуть-чуть, и все у вас стало как надо. Как надо. Так, что же у нас здесь? Ага, еще у нас есть магазинчики, но пройдем эти все магазинчики. Давайте, потом мы... пойду, потом еще заберу марлю. Можно будет сделать аптечку себе. Ага, здесь тоже у нас, по-моему, аптечки. Или нет? Да, есть вот аптечка одна.
Марлю заберем и себе что мы сделаем. Ой, что-то у нас здесь лежит. А, это не здесь, это за стенкой. Ладно, я не буду долго играться. Давайте зайдем, заберем мы с аптечек вот. В этом месте это же бывшая аптека. Здесь постоянно при каждом там дне или при каждой загрузке, когда вы мимо пробегаете, сразу можете забирать, заходить. Вот видите, сколько много марли разных. Так, простой молот. Оставим, тяжелая арматура. Крикетная бы, короткий рыбацкий ножик. Оставим. Ладно. Побежали. Итак, у нас вроде все мы здесь забрали. Все, не буду я долго играться. Здесь еще и ящичек есть. Будет тоже какое-нибудь классное оружие, ребята. Сразу он, конечно, ну, груз отобрали. Где этот груз был? Что-то я все время не замечаю за этим грузом. Почему-то я так... Классная бита, конечно. Классно бита, хочу еще этот ящик вскрыть. Да, классные чувачки. Когда у вас хорошее оружие, можно, конечно, сражаться. Но вот бывают ведь, моменты, когда у вас оружие либо уже поломалось, либо еще что-то такое. Вот этот навык новый, который вы ногой добиваете, это вообще круто. Так. Где-то еще чувачек идет. Где он? Вот он. Так, давай, чувачек, некогда мне с тобой играться. Хочу этот ящичек скрыть. Ну, чуть-чуть. Есть, с первого раза вообще отлично. Не всегда получается. О, а что это, армейская лопата? Ну, это, конечно, не то. Ну, да ладно. Так. Итак, нам в ту сторону. И нам через мост. Что, пойти через мост или пойти через путя? Что скажете, ребята, куда лучше пойти? Через мост или через путя? Можно и туда, и туда. Кстати, вагон. Вагоны, ребята. Вагоны никогда не пропускайте. В вагонах тоже бывает что-то очень даже хорошенькое. Ну, на данный момент в вагоне ничего нету. Но не всегда. Бывает, что есть. Вот есть, видите? А бывают сундуки в вагонах. Так что. О. Почему-то пусто в этих вагонах. Странно, конечно. Ладно, давайте побежим туда, куда нам надо вообще-то. Ой, какие-то цветочки. Давайте соберем их. Ну, мало ли. Может понадобится когда-нибудь. Итак, еще цветочки какие-то. Грибочки, вернее. О, еще этот чувачело. Так, и так, и так, и так. Нам по мосту, либо нам не по мосту. Нет. Походу нам не по мосту, ребята. Поэтому побежим вниз. А вообще-то здесь и как бы и по мосту. Ничего, что-то непонятно. Теперь нам вообще в эту сторону. Запыхался я. Так, ну ладно. Договор с Раисом. Нужно пойти договориться с Раисом. Так, так, так. Здесь все хорошо. Здесь еще лучше. Вот. Еще вагоны. Вот, видите, в вагоне что-то есть. Постоянно нажимайте букву Q. Постоянно. Ну, не очень такого, ничего такого особенного в этом вагончике не было. Есть. Опа.
Что здесь есть? Есть, есть, есть. Вот, видите? В вагонах обычно много... Это что было? А, с первого раза еще и пациентов. Да, нормально. Во, видите, оружие. Обычно в таких, да еще и драгоценности. Вот почему я говорю, не пропускайте. Не пропускайте. Всегда... Всегда проходите и забирайте. Рахим, I'm here. Рахим, я на месте. Иди в открытый, пусть они знают, кто ты. Не надо подкрадываться, это отличный способ получить пулю. Wish me luck, kid. Пожелай мне удачи. Так, ну что ж, карту посмотрим. Мне как-то под мостом туда вот надо, типа, да? Ой, наверное, вниз надо. Пойдем вниз, давайте, ребята, пойдем вниз. Так. Что у нас здесь вообще есть? Ну ладно, идем. Идем, а нам сюда. Ух ты. Don't shoot, don't shoot! Руки вверх, говорю, тебе не надо. I'm here to see Rice. Брекен sent me. Я пришел к Раису. Брекен, там козел из башни. Полный, и что ему надо? Ладно, что ему надо? Я пришел на сделку. Какую сделку? Это сделка с Раисом. А я не с его... Ладно, пропусти его, может хоть позабавимся. И так нас пропустили к Раису, видели? Охраняются они здесь довольно-таки неплохо. Ну что же. Итак, сделка с Раисом. Первый раз он нас, по-моему, отпустит. А вот и его территория. А вот и сам Раис, да? Что он там сказал? Мы друзья уже очень-очень давно, поэтому я весьма удивлен, что ты крадешь у меня. А, это вот справа. Раис наказан кто-то. Я тебя раньше не встречал, а? Хорошо, думаю, тебе выбор нетрудный. Твою правую руку или левую? Левая! Ой-ой, что ж делали? Ты имел в виду левой своей или моей стороны? Ужас. Кошмар, ребята, да. Кошмар, конечно, это кошмар. Ну ладно. Ты похож на человека из башни. Хочу предложить сделку. А, сделку? Речь о посередине, да? Про отчаяние. И что ты предлагаешь взамен? Услуги, верность? Беру и то, и то возможно. Your loyalty? Perhaps I should take both. Talk to Karim. Поговори с Каримом. Ни один из нас делает, что он скажет. Он не дает не дать ли твоим немного антизина. Понятно? Да, конечно, понятно. То есть у меня вряд ли есть выбор. Perceptive. Понятливый. Ну что же, договорились с Раисом, нужно сделать для него дело. И он, возможно, даст антизин. Короче, это тот человек, который нам типа нужен. Ну, пошли. Заходим. Штаб Раиса. Штаб Раиса. Так, что же нам здесь надо? А здесь нам надо получить работу. Наконец-то, Раис говорил о тебе, я Карим. Трейн. Американец, у меня там дядя живет в Техасе. Ты из Техаса, ковбой? Я из Чикаго. Ладно. А колонны. Будем держать связь по радио. Буду, как я был уверен, что ты пойдешь куда мне надо. А куда конкретно? Надо подняться на антенну вышку, включить FM-модуляторы. Мои ребята там либо тормозят, либо жирные, либо слишком пьяные, чтобы залезть на такую вышку и не сломать шею. А если это сделать, то получу антизин. Это мы с тобой, Раисом. Я за него говорить не буду. Ты только не облажайся. Он плохо переносит разочарование. Ну что ж, нам, ребята, теперь че? Теперь че нужно идти включить на вышке там, короче, передатчик или как его там. Хорошо. Угу, Карим типа дворецкий, да? Типа дворецкий у Раиса. Игра сохраняется. Давай, давай. Безопасная зона. Сидится с ВГМ. Договор с Раисом. Короче, мы договорились. Теперь нам нужно с базой своей. С ВГМ, как они называются. С
связаться. Здесь можно и подраться мало. Так, нам нужно подняться где-то вот туда. Где-то вот сюда. Ага, на эту, наверное. Наверное, вот сюда вот нам надо, ребята. О, видите? То, о чем я говорил. Видите? Сундучок. Сейчас какое-то оружие поднимем. Или еще что-нибудь. Ай, сломали. Так. Не-не-не. Ай. Налево надо было. О, теперь поехали. Так, ты куда? Вот сюда. Ты куда? Снова лопатка? Ну, мне эти лопатки не нужны. Не нравятся мне лопатки. Лучше вот крикетная бита. Вот это вещь, я понимаю. Так, кажется, сюда, да? Есть. Итак, звоним БГМ нашему начальству, штаб. Это Крейн, доложи. Я видел Раиса, без вопросов, он и есть. Сулейман, явный психопат, когда-то жестокий политик, теперь главарь боевиков. Он знает, что ты работаешь на нас? Нет, он думает, что из башни, защитительно требует от меня до сихопословного подчинения. Понятно, выполняй все его поручения, помни, нам нужен этот файл. Хорошо, конец связи. Половин тысячи опыта. Так, о, груз. Груз, домики. А ну, давайте вот сюда сначала, наверное. Заберем. Заберем себе вот это вот местечко. Открыть. Эй, колонны, ты готов? What exactly am I doing? Карантин работает только в зоне. А, радиосвязь карантина работает только в зоне. Это модулятор усиливает сигнал, и риск наладит связь с поставками на других концах города. Это благо для всех. Император должен держать руку на пульсе империи. Так, мне не сюда, давайте сюда лучше, ребята. Давайте лучше сюда пойдем. О, снова этот черт. Ого, а здесь их так много. Так, нужно спасти, получит опыт. Ну давай, парень. Так, спасли двух чувачел. Если бы не ты, мы бы уже не были в живых. Очень хорошо. Боже, спасибо, ты добрый человек. Вот мы и заработали. Вот мы и заработали. Так, подожди, нужно забрать награду. Бартер, Бреттер. Вот видите, сколько оружия получается. Так, там груз еще нет. Уже все, они еще не отобрали. Короче, нам в эту сторону. Здесь домик нужно нам открыть один. А где он, этот домик? Понял. Отремонтировать нужно, видите? Во, когда новенькая, все пашет как надо.
Так ладно, ребята, я же хочу покушать что-то. И времени вообще нет. Груз отберут, ребята, надо быстрее. Так, давай быстрее. Давай быстрее, что же так долго-то? Так, нам вот сюда. Груз еще не отобрали. Пока еще нет, но уже скоро могут отобрать. Итак, во, чувачи. Закрываем главное здесь. Итак. Так мы по одному. А, один еще встал. Вы только посмотрите, сколько их здесь. Ну чё? Долго ещё? Давай быстрее, давай. Так, здесь где-то у нас будет наше место новое. Есть, отлично. Так, вот, давайте здесь сбросим наш саквояжик. Так, армейская лопата. Простой молот, армейская лопата, простой молот. Зачем нам столько этого всего, понимаете? Так, и так нам вообще-то в эту сторону. Так, заблудился, да? Так, а вылазить куда? Через крышу, я так понимаю. Ага. Вы в безопасной зоне, понял? И зачем я это так? Вот их лучше всегда сюрикенчик, поэтому я говорил всегда, сюрикенчики покупайте у всех продавцов. Сами делайте. Потому что завалить такого чувака обычным оружием очень будет тяжело. Сейчас два сюрикенчика. Что-то слишком много, обычно там 5-6 штук и все. О, есть. А здесь нам нужно отключить, ребята, как-то. Все, закончились сюрикены? Я. Так, великолепный сюрикен. Сюда. 50 штук. Где-то здесь это же электричество отключается. Ага, уже ночь надвигается. Где-то здесь груз, ребята. Найти укрытие, что ли. А, то у меня был простой, а это какой-то великолепный. Он какой-то, наверное, посильнее. Да. Точно. Так, ночь надвигается, вот видите, какая беда. А вот здесь вот у нас и есть трансформатор. Во! Эх, а то не понял, а чё он не берет? О, взял. Так, нам нужно груз пойти забрать, ребята, а то ночь надвигается. Где-то здесь вот груз. А, это не груз, это ящичек. Что-то здесь очень, наверное, хорошенькое. О, налево. Ай-яй-яй, в самом лево, и у меня немножечко сломалось. Что такое? Это не получается. Есть! В белых ящичках подороже. Подороже. Драгоценности. И молоточек. Так, сколько времени? Ага, времени у нас 19:57. Так, есть еще одно укрытие. Это найдите антенную вышку.
Пойдем туда еще одну откроем, да? Давайте. Время пока есть, неумолимо, как они говорят. Так, далеко нам? Ой, наверное, это на крыше этого здания. А ну-ка, ну-ка. И где же этот? А, не. Это где-то здесь. Вот оно. Ага. Здесь эти бабахи-шмакакахи. Открыли мы их там, отлично. Вот это как раз то, что мне надо. Так, мы их там закрыли. А теперь самим туда как забраться? Вот черт. А мы его сюрикенчиками завалим. Где-то эти прыгунчики здесь. Давайте быстрее, а? Да ё-моё, как это я так подорвался на нём? Так, нужно ещё этого чувачала. Так, свет включили, но теперь нужно ещё одного... Чувачала ещё одного завалить нужно. Потому что у нас чё? У нас ночик надвигается. Бабах? Не, не бабах. Всё, это уже наша зона. Теперь мы сможем здесь сохраняться, до утра подождать, ну и т.д. и т.п. Так, всё, пособираем. И пойдём ночевать, да? Мы в безопасной зоне уже все. Так, ребята, значит, давайте мы сбросим сундучок. Так, все, что нам не нужно. Так, драгоценности. Мешочек, 4 кофе, сигареты. Все мы пока посбрасываем. Так, а что у нас? Коктейль молот, три цилиндра, пакеты есть, фонарь есть, самодельная граната, ракета, электро... жидкость, тяжелая арматура. Значит, давайте мы вот эти вот еще химикаты, алкоголь, все вот это сбросим. Ой, не. Ну, аптечек сбросим половину. Во, оставим немножко. Отмечек тоже можем сбросить немножко. Так. Ой, взрывной сюрикен.
Давайте оставим себе штук 20. Остальное сбросим. Есть. Так, самодельные гранаты можно будет использовать. Электропроводящие ракеты. Горючая жидкость. Так. Кстати, одежда у нас. А, у нас паркурщик. Атлет. И простая. Итак, пойдем сохранимся, потому что мы так не пройдем до вышки. Так, у нас что? Ночка? Да, ночка наступила вовремя. Теперь мы до утра. И пойдем в вышку. Нам нужно включить свет, да? 10 часов спустя. Стоп. Карта. Вот видите, грибочки собираем. Здесь какая-то травка. То есть... Давайте через крышу. Обычно всегда вылазим из таких наших спальных домов через крышу. Выход из зоны. Так, здесь какие-то грибочки показывает. А, это вот эти, вот что мы по дороге там собирали. Зачем они нужны, не знаю, но... Давай добивайся, гад. Только хп теряю. Грибочки. Будем потом что-то, наверное, с них создавать. Так, здесь грибочки, а здесь какие-то... А здесь что? Лишайники, а здесь травка. Вот видите, прямо туда. А вот эта травка. С этих травок в будущем будем делать усилители скорости, там усилители силы, выносливости. Когда вам нужно будет атаковать, и вот обычно бабак вот с арматуре один раз, и все. Грим, и закончилось. Так. Если питание отключено, надо включить его. В основном антенну видишь в пристройках. Пристройках. Хорошо. Давайте травку соберем. Потом будем усилители с ней делать. Наша бита уже все того. Как много здесь травы, ничего себе. И с той стороны вы только посмотрите. Так, одна бита у нас сдохла. Нужно ее это... Вот это вот все разобрать. О, стоп, ребята, стоп. Тяжелая арматура. Нужно же ее поставить. Блин, что ты так глючишь? Все. Вот и хорошо. Вы только посмотрите. Сейчас мы немножко поработаем. Пособираем заодно травку. Заодно и травку просто собираем. Сразу двоих. Неплохо. А, я совсем забыл. У нас есть ИСХР. Сбивайте с ног. Ногой. Чувачок. И сразу двоих. Капец. Так, давайте.
потому что нам нужно антенну эту запустить, а здесь только чувачел лазит. Так, ну что, пособираем нашу награду, наша награда. Нужно всегда собирать. Видите, алкоголь, то, все, да все что угодно у них тоже. Так что... О, ключ какой-то. Так. О, ты еще бабахни мне. Итак. Давай сюрикенчиками мы тебя забабахаем. А в эту бус, я так понимаю. Да долго еще? Тут много сюрикенчиков на него трачено. А сколько этих чувачок. Этих чувачел здесь так много, просто капец, вы только посмотрите. Где они только берутся? Так, еще одна бита, это хорошо. И все. Так, ну что же. Давайте возьмем шустренько какое-то оружие, потому что кто его знает, что здесь может быть. О, что? Вы посмотрите, какая-то жаба, жаба! Офигеть! Вот это жаба! Причина у вас... Сюрикенчики спасают, как хорошо-то, а? Жаба какая-то, блин. Ой-ой-ой-ой! Ой, мне всю кнопочку нажал. Да, блин, снова не ту кнопочку нажимаю. Не успеваю, как-то медленно. Ну ты посмотри, как это они так быстро! Ты посмотри, не быстрее, чем я их хочу ударить, ну? А теперь наш приемчик! Всё! Вот зараза, а? Давайте используем аптечку. Потому что кто его знает. Так, взломать замочек. Не пропускайте никогда. Нужно это все забирать. Ай-яй-яй! Ага. Оказалось. Ай-яй. Направо. Я думал по центру. Обычно сложные замки всегда по центру. Запомните, да. Драгоценности. Еще один замочек. Ага, уже не по центру. То есть уже не справа. Так, тихо, тихо, тихо. Так, наверное, точно где-то по центру, да. Ну, блин. Не-не-не-не. Не-не-не. О, где-то чуть-чуть вот здесь. Да что ж ты ломаешься? Тихо, тихо, тихо. Есть. Да, сломали много. И все, кофе. Так, нашли какой-то мы новый этот. Ну что, включаем. Да будет свет. Чтоб его света-то нету. Теперь поднимайся наверх. Теперь нам нужно наверх. Ну что ж, полезли. Так, это жаба, кто плюется. Какой-то зеленый черт его знает, что это такое. Так, о, вот это да, сейчас мы будем здесь опрыгать и...
Учитесь прыгать, ребята. Учитесь прыгать, потому что здесь вам нужно будет очень много прыгать. И падать тоже. Так, нам нужно вон туда. А с какой стороны нам сюда забраться? Вот видите, ага, где-то, ага, вон там вот. Это означает, ребята, что нам нужно... Что нам нужно как-то вот туда добраться. А как? А, да вот же, да? Вот же лестница. Ну да. Во, как все просто. Видели? А я-то уже забеспокоился. Так. Да, ну в будущем, вот посмотрите в городе, сколько разных кранов лазить там на вышки. Будет много. Так, ладно, не отвлекаемся. Так, здесь походу надо по вот этим вот штучкам, раз они здесь есть. Так, вправо немножко. Вправо немножко поднимаемся. Так, что у нас дальше? Дальше снова нужно прыгать, да? Так, налево. Передвигаемся. Так. Что нам здесь? Тупо надо это. Ой-ой. У меня, извините, ребята. О, по этой штуке. Ага. Ничего себе. Вот вам и ничего себе, ребята. Теперь нужно прыгать туда. Так, запрыгнули. Повезло, не упали. Куда дальше? А дальше... Ага, вот дальше сюда. По этим кабелям. Это кабеля на вышку идут. Вот по ним. Упала. О, вот она. Отрываем. Ва-ва-ва-ва-ва-ва! Есть. Shit. Кто-то раскурочил. Someone already scavenged this thing for parts. There's nothing up here to switch on. Все дроты оборваны. Да, это босс. Ладно, иди к следующей вышке. Это недалеко. Ух ты, следующую вышку нужно искать. Вот это да. Хватайся за трос, он ведет на восток. Ага, вот сюда вот, правильно? Поехали, ничего не трогайте, никакие кнопки, то падают далеко. Опа, приземлились, круто было. Итак, следующая вышка у нас вот здесь. Вот, значит, зайдем по дороге на этот домик. О, травка, травка зеленеет. Травка какая-то, ну да, будем делать. Но мы еще ничего не выучили. Что-то у нас очень мало опыта, ребята, дается в последнее время. Выбирать нужно, пригодится. О! Груз, что ли? Нужно махаться чем-то таким быстреньким с этими ребятками. А где труп? Это что у нас здесь? Ага. Кстати, продавцы. Где-то здесь есть продавцы. Ну ладно, побежали, груз заберем.
А вон и наш груз. Ну, наш, не наш, но мы пойдем за ним. А что мне делать, если второй передатчик тоже сломан? Если вопрос получит, ты будешь делать, если горчишь рейс, то почти очевидно умрешь в страшных муках. О, чуваков лучше вот так поджечь коктейлем Молотова. Видите, как все хорошо. И все красота. Заберем груз заодно. Так, очень хорошо. Отдадим ЧАЭС. Заработаем 4000 опыта за один груз. Так что, ребята, никогда не пропускайте. Никогда не пропускайте. Ой-ой. Понял зачем. Так, где-то у нас здесь были торговцы. Один торгует, второй торгует возле домика. Интересно, где эти торговцы-то здесь? Подождите, что-то не то. Налево и направо. Вернуться типа к торговцу, что ли? Это ж далеко. Да не, где-то сюда. Не могу понять, а где же этот торговец-то? Я вообще ничего не могу понять. А, черт, не получается. А где же эти торговцы-то у нас? А, вот на нашем месте уже торговец есть. Так это же вообще круто, ребята. Во, мы у него теперь можем скупиться сюрикенчиками, аптечками. Полицейский нож, крюк какой-то. Ну это ладно, давайте мы продадим, что там у нас есть. Драгоценности, сигареты, кофе. Давайте вот эти вот трубный ключ, молот каменщика, вот это вот. Нож-крючок, грубый клеверец, тяжелая арматура, половица, все продали. Отлично. Так, ладно, идем мы тогда на вот эту вот новую точку. Не, на сегодня, наверное, достаточно, потому что мы уже долго играем. Раз мы уж на этом месте, тогда мы здесь и сохранимся. Сохранимся здесь и в следующей игре продолжим задание Вышка. Так, ну это ночь, нужно еще раз поспать, будет утро. Ну что ж, ребята, на этом мы заканчиваем на сегодня достаточно. Договор с Раисом заключили, но мы пошли. Нам нужно вот сюда вот вторую Вышку включить. Поэтому в следующем, в следующей игре мы пойдем вторую Вышку включать. Ну что ж, ребята, всем пока. На сегодня достаточно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока, всем удачи.